Всем большой привет! Сегодня будем красить яйца без химических красителей очень интересным способом. В результате получим на поверхности яиц сияющие кристаллы. Чтобы не пропускать новые рецепты и кулинарные советы, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! В маленькую кастрюлю из нержавейки высыпаем 100 граммов сахара, наливаем пол-литра сухого красного вина комнатной температуры, размешиваем, закладываем чисто вымытые сухие белые яйца такой же температуры, как и вино. Следим за тем, чтобы они были полностью покрыты жидкостью. Накрываем кастрюлю крышкой и отправляем на небольшой огонь. С момента закипания варим яйца 8 минут. Вино для этих целей я обычно беру самое дешевое – каберне. Через 8 минут огонь выключаем и оставляем яйца краситься на 12-15 часов. Если яйца всплывают, их можно прижать подходящим по диаметру блюдцем. Или периодически яйца переворачивать, чтобы они окрашивались равномерно. Чем дольше простоят яйца в вине, тем темнее будет цвет. В данном случае прошло 15 часов. Достаем яйца из кастрюли. Выкладываем на бумажное полотенце и даем полностью высохнуть. По мере высыхания яйца становятся светлее. А образовавшиеся на поверхности кристаллы начинают сиять. Вот и все. Оригинальные пасхальные яйца готовы. Если вам понравился мой способ окрашивания яиц, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.